Гонки на участие в президентской кампании в США в полном разгаре. В стане республиканцев в канун праймерис в штате Нью-Гэмпшир миллиардер Дональд Трамп с большим преимуществом опережает своих конкурентов. По опросу службы Ipsos его поддерживают 40% однопартийцев. Второе место занимает сенатор от Техаса Тед Круз с 16%. Наши конституционные права ежедневно подвергаются нападениям. Лидирующая роль Америки в мире снизилась, в результате чего ситуация в мире стала более опасной. Так что ставки на этих выборах весьма высоки. На третьей позиции у республиканцев расположился сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Его поддержали 13% однопартийцев. Джеб Буш, сын 41-го президента и младший брат 43-го президента США, на пятом месте. Чтобы повысить яркость его кампании, подключился старший брат Джордж Уокер Буш, записавший трогательный видеоклип. Претендент от демократов Берни Сандерс стремительно сокращает разрыв в голосах избирателей со своим главным соперником Хиллари Клинтон. По данным исследования Рейтер, в настоящее время Сандерс набирает 45% голосов зарегистрированных избирателей демократов, уступая Клинтон лишь 3%.